Я включал лампу. Не, можно вот так. А. Во. Прям на Олега. А, да, да. На нашего секс-раба. Да, 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 есть такая шняга. Я именно об этом и подумал. Это, знаешь, так из темноты, так пытки такие, допрос идет. Мы знаем, что ты делал прошлым летом в этой маске. Что он там делал? И туман такой цвет. Его бы на стол посадить связанного. Можно было бы, конечно, было бы удачно. Опа, тут чей-то дом. Какой именно? Кирпичный, каменный. Интересно. С открытой дверью. Заходи. Тебе терять нечего. Тут вермен. Ебать, у него не так. Он спит? Спит. Забирайся. Забирайся. Ты их, главное, не убивай. Да. А то ребята будут что-то знать. О, нашел этот дом, кажись. Я сейчас внутри лутаюсь. Только давай. Ты сзади меня. Я захожу в дом. Ага, я возле печи. Давайте только по фасту. О, там. Здорово. Давай. Смотри, как я оделся. Нормально, он уже в топ оделся. Норма. Все. Можно уходить. Двери не закрыли, у них, слышь, дверь с кодовым замком, они ее не закрыли. Да-да. Я вижу, где? Чей-то домик. Бешеный, блин. Кирпичный. Сменить код. 2513. Подожди, не закрывай пока, я сейчас выйду. Я его активировал просто, код. Я дверь открыл. Угу. Я все ресурсы забрал, какие мог. Уходим. Выйду, закрывай. Все, в капкан не наступи. Давай, видел. обходим там где-то Кирилл. Ребята проснутся, я думаю, они очень удивятся. А покрали и закрыли. Я чуть не обосрался. Что-то взорвалось. В смысле? Кто-то на мине подорвался? Прямом, по-моему, кто-то даже ебанул на мине. Вылези в окно на втором, на третьем этаже посмотри. Блин, чуть не кончился. Вот это... Ну я возле этих четырех елок. Неожиданно такой гон. Я прыгаю возле этих елок, я что-то тебя не вижу. Ты где? А, не четыре, а оказывается елки, тут больше елок. Блять. Это просто снизу не видно. А вот он ты. С камнем, да? Да, я с камнем. Блять, вот он ты. Сука. А, здорово. Слышь, народ. А. А чувак-то в дорожных знаках. А как у него ник? Не знаю, я сейчас пойду посмотрю. Я не помню, где там мины стоят. Я голый-то бегу. Кто-то бежит. Вон негр бежит. Походу этот негр побежал. Слышь? Вот он. По-любому это он. Валите его нахрен. Блять, как ебануло это страшно, это ж пипец. Слышу выстрелы. Это я. Сука, змейкой забегал. Все, ладно. Это не тот гопарь, который тебя, кстати, Ром. Похоже на то. Если он в знаках в шлеме был с пистолетом там, то это, наверное, он. Ты слышишь, кто-то топает, вы что ли? Короче, код от всех дверей 7592. Буква Y такая. 7592. Сыкло. Понял, сыкло. По-любому. За тобой дверь. Не-не-не, прямо. Налево. Я смотрю, да, это искусство. Да. Это Борис рисовал. Да мне заняться будет нихреном. Давайте, залезайте там, лутайте там все, что нужно. Рипер! Это Олег, познакомься. Я уже... Вы знаете, что вы изощренцы? Нет, все нормально, это Олег.
Он гей, он редкостный Олег. В принципе, если было бы немного дерева, можно было бы строить какой-нибудь сарай банальный. Тупо переждать там, чтобы хоть медведь не пожрал. А вот это что? Тихо. А вы где? А вот это что? Вертолет! Блять! Где вы? Не вижу вас. А вот вижу. Вот он появился, тихо. Блять! Прям над нами. Да. Прячьтесь за деревья, прячьтесь. Главное под фонарь не попасть. Бежим. Куда? Дальше. Или что, ты хочешь дом построить? Он разворачивается. Блять, за деревья. Угу. Нам шмаляет, по-моему. Не, он не шмаляет еще. А тут главное под фонарь не попасть. Все, он улетел. Вперед. Быстрее крышу ставь. Летит. Зашел. Но мы внутри. Вы внутри, а я снаружи. Где ты там? Быстрее запрыгивай. Вот. Ты чё, слепой, что ли? Закрываю тупо. Народ, меня... Только не пукайте. По мне что-то умерло. Здорово. Туши. А то ещё увидят, люди придут. Все, выходим. А в нас стреляли, ребят, со стрел. Это я открыл это дверь. Это Ромка. Ты думаешь, вертолет стрелял стрелами? Серьезно? Ребята, он не улетел. Он на нас летит. Где? Он возвращается. Блин. Обратно в домик? Да. Быстрее. Ты помнишь, где он? Вон он. Вот он. Скорее в домик. И самолет летит. Блять! Три дебила! Неудачник! Вертолет в сарае! Так это может... Это может не вертолет, а самолет? Слышь? Ой, вертолет прилетел! Тихо, вертолет прилетел! Это я. Вертолет, ты не слышишь, что ли? Слышу, но... Вертолёт пролетел. Туп-туп-туп. Чё там, вертолет? Метров 300 от нас. Ставь стенку быстрей. Или чё? Да, ставь стенку. Нет, тихо не ставь. Отдаляется. Всё, он, кажется, улетел. Да. Нет, вон он летает. Но если повернется, спасибо. Прячемся. Блин, он... Повернулся! Не, нормально все. Гастарбайтер. Я из этого сарая не выйду. Вообще. А может из игры сейчас выскочить и скажет, ага, сюрприз, мазафака. Он возвращается. Достал он. Не ставь пока стенку, не ставь. Слушай, ты, короче... Своими построюшками, точно. Тут соберешь всех таджиков мира. Говори. Ставь стенку. Не могу поставить. Дерева нет. Дерева нет. Отважный. Есть. Не, погоди, не ставь. Ладно. Вообще. Если на YouTube выложит, то подохнут все сосудки, я думаю. Я как бы и так записываю. Тихо, я так и знал. По-любому до этого, до уголки геймера появится скоро. Все, можно валить. Спустя 30 секунд. Он возвращается. Мы поднимем сейчас с горы и узнаем. Че это? Опа! На нашей мини кто-то подорвал. Угу. Какой-то абориген подорвался. Бедняжка. Ну я жду вас, я пока не выхожу. Ну мы уже подбежали. Значит, смотрите. Я иду к входу.
какой там блядь, подорвался опять. Он пошел проверять мины. Вон еще один не лезет. Надо. Еще один лезет. Пытается обойти. Ну давай, хлопнись где-нибудь. Голый что ли? Голый бегает, да. Он того расчленяет, чувака. Он убегает. Кирилл, перехватывай его. Я в него стрелу воткнул. Сам не нарвись. Не нарвись на мину. Идет по берегу. Минус. Как у него ник-то хоть? Милена. Там она с другого трупа лутала. Подожди. Сейчас я посмотрю. Потому что там опасно. Mm-hmm. Она расчленяла другой труп. Ну, может, это он. Хер его знает. Гермафродит как Олег. Ни рыба, ни мясо.